Ну что, мы сегодня сходили на городской пляж. В общем, я выяснила, что здесь есть как бы два вида пляжей, или даже три, от отеля, если вы останавливаетесь в отеле. Городской пляж. Там мы заплатили по 15 лир. Вы можете оставаться сколько хотите. Вот. Потом есть частные пляжи. Они достаточно дорогие. От 35 лир с человека до 140 лир. Там тоже ты находишься сколько хочешь. И, ну, условия, конечно, гораздо лучше, чем городской пляж. Ну, вот эта разница. Сейчас я вам покажу столик на воде. Классно, да? Вот так выглядит пляж Бодрум. Сейчас 11 часов, уже начинают заполняться. Уже люди на лодочках. И также городской пляж. Тут, видите, с кучей детей, с кучей кемпинга и с мангалами. И вот так вот за машину. В общем, мы уезжаем отсюда, потому что очень грязно. И, ну, как относительно, и уже прохладно вечер. Все. И вот они мне принесли из Миркумара. Можно было выбрать овощи, но я выбрала карышек. Я тут одному коту дала, тот не ест, этот пришел. Видели, как он осторожно? Этот тоже не ест, потому что там хлеб жареный, но с, как бы, с октопусом. В общем, мы сейчас на улице, где находится мезе, как бы это еда, закуски. Здесь прям такие вот симпатичные столики. Я сейчас покажу, что за закуски бывают. Вот, например, овощи, рыба, крабы. Все можно перекусить. И главное, что с раки напитком. В общем, такая веселушка. Сейчас я вам показываю улицу. Кстати, как мы ее нашли, интересно, это вообще. Мы подошли в один ресторан, и там нам говорят, если вы хотите мезе, следуйте за этим человеком. И вот, и мы следовали за этим человеком, он работник в этом ресторане, и мы нашли это место, а так, сколько были в Бодрум, мы его не видели. В общем, ресторан, который мы выбрали, вот такой вот, с подвесной лодкой. Все в морской тематике. Пиццы всегда в начале трапезы приносят, то есть на столах либо уже стоит оливковое масло, там хлебушек какой-то интересный. Сегодня у нас сыр и кавун, дыня зеленый. Шунеть не паешь? Маньчжэ, да? Бу леврик балын içersen somon kardeş var. Sıcak şimdi bu arada pişiyor. Soslar yok ama maydanoz yeşil soğan. Güzel mezeli levrek. Balık